полицию Первореченского района Владивостока поступило сообщение о краже от продавца магазина в районе улицы Ильичева. На место прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что злоумышленник, разбив окно, проник в магазин и похитил продукты, а также деньги из кассы. Сумма ущерба составила более 27 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 54-летний, ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.